пицца, 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 пицца. Да. Слушай, ты меня пугаешь. Мы готовы к поездке. Да, Софи. Я сказала, я крута. Вы когда-нибудь думали, чем могут заниматься ваши собаки, когда вас нет дома? Например, вы собрались в гости. Только в 6 не надо быть дома, потому что София им нам гулять. Ага. Ну все, давай, давай, увидимся. Ну что, давай приготовим себе завтрак. Давай. Пошли в магазин. А зачем нам магазин? За яйцами! Голуби брать! Давай, я готов. Пойдем, Софи. Пойдем. Сейчас мы с кем-нибудь зайдем. Пошли. Эйвен, в другую сторону. А, точно. Иду. Так, а где здесь у вас яйца? Давай тетю попросим, Софи. Тетя, вы так пахнете, купите нам яйца. Эйвен, перестань, вы не попрошайтесь. Ушла. А у вас есть яйца? Яйца вам нужны? Десяток. Ой, какие красивые вы. Красивые, да, красивые. Тетя, складывайте яички. Красотусечки. Спасибо большое. Но у нас нет денег. Да? Денежков нету, берите. Спасибо так, большое. Да, берите. Класс, так. У нас есть яйца. Спасибо. Кушайте яички, будьте здоровы. Ага, да. Да, я яйценосец. Или яйценоситель. Эйвен, пойдем скорее. Это просто носить яйца, Софи. Пойдем, пойдем. Да иду, я иду. Ой, яйца-то мы забыли. Ага, давай, бери. Давай их бить. Как же их нам разбить? Ножом, Софи, как двуногие. А какой же нужен нож? Давай, Эйвен, выбирай. Может, этот? Это какой-то меч, а не нож. Этот? Эйвен, ты издеваешься? Может быть, этот? По-моему, это нож для хлеба. Может, такой? Эйвен, ты знаешь, что это? Ой, упала. А как насчет этого? Выглядит устрашающе. Значит, то, что нужно. София Росомаха. Хаш. Да, Эйвен. Хаш. Эйвен. Хаш. Эйвен. Стоп, я не похож. Ой, упс. Эйвен. Ладно. Удержаться. Все. Нашла тарелку. Будем бить в нее яйца. Ну что, яичко, ты готова? Эйвен. Ладно. Эйвен, оно не бьется. Не бьется. Бейся, яйцо. Бейся. Давай, бейся. Дурацкая яйка, давай разбивайся. Блин. И правда, оно как бетонное, не бьется вообще. Сейчас я тебя проткну своими ножами росомахи. Мимо, опять мимо. Нафиг достала это яйцо. Эйвен, у меня есть идея. Уже страшно. Я, кажется, гений. Готовься, Эйвен. Первый пошел. Ну как? Мимо, Софи. Попробуем еще раз. Второй пошел. Они даже вкусные. Софи, может, а ты уверена, что попадешь? Уверена. Третий пошел. Да. Ну, последний раз. Я знаю как. Я его пну. Пнешь, говоришь. Ой, Эйвен, прости. С меня хватит. Эйвен, я поняла, но просто нужно поставить больше тарелок. Больше. Вот эту. А ты лови. Надеюсь, я тебе не попаду на голову. Лови. Эйвен. Эйвен, ты где? Эйвен. Я успел спрятаться, Софи. Предлагаю все собрать. Да. Ну ладно, пожарим так. Такс. Ба-бам! Я создала огонь. Приправочка. Черный перчик сделает еще вкусней. Отличненько. Перец черный. Я вот что нашел. Боюсь, нам это не пригодится, Эйвен. Софи, все пропало. Ну, не все. Ну да, вообще-то все. По-моему, ничего не получилось. Темновато. Свежий воздух. Вода, иди. Помой сковородку. Да, а то уже 5 часов и скоро придет мама. Тут оказывается, как в душе можно сидеть. Я не знала. Детки, мама дома. Мама пришла. Раньше времени? Мамочки. Не успеем. Детки, мама дома. И купи, пожалуйста, еще 10 яиц.
Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага.